Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной трэш. Забрал я на русском сервере Battle Pass. Сейчас мы заберем некоторые ништячки сразу же. Вот сразу медальоны нам дали. Смотрите, сразу 17 уровень. Все за донат. Вольта дали. Так, недостаточно места на складе. Отлично. Увеличиваем количество. Сейчас перейдем, я вам покажу скин на... Выбьем на английском сервере новые скины. На здание, на ворожея. Если не выбьем там, то вернемся на русский сервер, заберем. Так, отлично. С этим разобрались. Ну, я вам показывал уже скин на Вольта. Действительно, он прикольный. Не знаю, мне понравился. Для бездоната, конечно, надо будет долго это все собирать. Но я думаю, плюшки для бездона тоже очень крутые. И надо в любом случае собирать их. 50 уровней. Так, ладно. С этим мы разобрались. В общем, 188 рублей он стоит. Вот он. Продается, дает... Возможность собрать нижнюю строку. Ну, конечно, это печально все. Так, окей. Поехали. Медальончики. Сейчас еще забежим в магазинчик. Так, где там наш магазин? Блин, вечно все. Хрен запомнишь. Эти новые скины, конечно, классные, но, блин, вечно головняк. Так, питомник. То чувство, когда теряешься на своей личной базе уже, потому что не знаешь, где у тебя находится. Так. Вот сюда я в магазин. Так, это склад. А, вот он. Такс. Ну, за эти вот... звездочки, значки победы можно, конечно, купить обалденные плюхи для бездона даже. Часть облика это, конечно, дороговато. Камешки, пропуска, ну такое. Так, этого забираем. Короче, ладно, поехали на английский сервер. Там больше у нас трешечка будет. Там поинтереснее все. Только это опять не тот аккаунт. Так, отлично. Вот такие вот плюшки я забрал, новый талант. Ну, короче, куча, как видите, на английском сервере куча всего дается, то есть возможность собрать разных героев, куча плюх, сундуки, это все бонусами, это один всего лишь пак, ребят. То есть за один пак мы получили вот столько ништяков. Так, окей. Ну, медальоны здесь не забирал, потом до этого дойду. Поехали сразу же пооткрываем. Сумочки, это у нас старые сумки. Надо, кстати, будет сейчас докачать облики. Так, отлично. А что у нас 9 эмблемки? Неплохо так дало. Такс. И вот новые сумки. Давайте зефирку откроем.
11 штук. Ну, по одному 1-2 падает, не больше. Так, поехали. С этих сумок я уже показывал. Падают скины на новые здания. Скин ворожая. Если здесь не соберем, вернемся на русский сервер. Там посмотрим. Посмотрим, что у нас тут получится собрать в итоге. Здесь больше продают, чем на русском сервере, поэтому здесь проще собрать. Так, на одно, на два здания мы уже точно собрали. Скин ворожея. Будет, не будет. Не, не будет. Всего лишь 40 штук собрали. Больше у нас, по-моему, если посмотрю, не продают. А, не, есть, 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 есть. Попробуем еще забрать, чтобы все собрать. Так, окей. Поехали в скины. Так, это зефирка у нас. Это надо будет пыль дальше. Так, смотрим. Вот есть, это арена, вот так вот теперь у нас будет выглядеть. Вот она, аренка. Ну, такое. Хотя бы видно, что арена. Ну, конечно, в общей этой суматохе хрен где что увидишь. Так-с. С ареной разобрались. Поехали дальше. Так у нас будет выглядеть лагерь для обучения юнитов. Тренировочный центр. Вот попробую его тут найти. Это реально. Полная жесть. Так, 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 блин. Вот он рядом стоит. Вот так вот он выглядит. Так, хорошо. Поехали дальше. У нас архидемон. Кстати, надо на архи сбегать. Так, поехали. Следующий скин. Это у нас гильдия. Судя по всему, да, вот так вот теперь она выглядит. Тоже, блин. Ну, только надпись спасает. Видно по надписи. Так, хорошо. И так вот у нас теперь будет выглядеть здание для, ну, оружейное здание для агментации топориком. Так, а, еще даже это... смотрителей тоже поменялось. Вот они, видите, как оно выглядит. Ну, прикольненько выглядит, мне нравится. Вот этих две мне понравились. Так, окей, поехали относительно скинов. Так, еще до сих пор Санлорда не улучшил, этого нету. На ворожея у нас оккультист. Но ворожея у нас скина 40-50. Окей, сейчас доберем. Покажу вам сразу же ворожея. В действии, как он выглядит. Заодно, кстати, можно будет и забрать 9-е замедление, эмблемку.
Так, отлично. Забрали, поехали. Так, зефирку. Интересно, докачаем или нет. Нам надо 10. 10 осколков. Сейчас по-любому не дадут. Это, знаете, как закон подлости. Я же говорю. Это трэш называется. Жесть. Ну, давайте еще заберем. Заодно и Battle Pass заберу. Так, отлично. Поехали дальше трешовать. Посмотрим. О, отлично. Словили. Наконец-то. Сейчас посмотрим с вами на ворожея. На здание. Так, поехали сюда. Давайте откроем. Давайте откроем сначала здание. Все уже до конца. Так, вала-вала есть. Зефирка на десятке есть. Сейчас еще здание докачаю. Все, отлично. Поехали, поставим ворожея. Смотрим на него в действии, как он теперь выглядит. Сейчас он у нас в самом конце будет уже. Вот так вот он выглядит. Ну, не знаю, прикольненько, конечно, смотрится. Поехали. Давайте посмотрим, как он бегает. Ну, вот такой прикольный, конечно. Посмотрим на его скин. Ну вот так фиолетовым кидает. Ну не знаю, такое что-то непонятное. Давайте на подземках проверим, там будет попроще. Фиолетовые такие темки летят уже. Ну, мне предыдущий скин тоже заходил, нормально нравился. Тоже прикольный был. Короче, вот так вот, ребятушки. Вот такая у нас эра фиолетовых героев уже идет. Видите, да, изменения немножко они как-то меняют. Темная, то золотая эра была, то уже фиолетовая. Судя по скинам. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки. Ждите уже обзорчика с новой чаркой, покажу вам, запишу. Всем удачи, всем пока.